Приграничных территорий Белгородской, Брянской, Курской уже началась. Налажено прямое круглосуточное Российской Федерации и ответственными руководителями Андрей Михайлович Булыга отвечает за вопросы материально-технические, Дмитрий Вячеславович Трышкин за медицинское обеспечение. Предлагаю начать сегодняшнее заседание с доклада Национального центра управления полковник Евкуров, который сейчас находится непосредственно. Мы запустили работу Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской, Курской областей. Работа уже началась. Налажено прямое круглосуточное взаимодействие между региональными администрациями, командующими группировками войск в трех субъектах Российской Федерации и ответственными руководителями центрального аппарата Министерства обороны. По каждой области.